Всем привет! Вы на канале «Дети звезд». Ирину Леонову и Евгения Цыганова свела вместе киноэпопея «Дети Арбата». Ирина тогда была женой Игоря Петренко, детей в браке не было. Через некоторое время эта пара разбежалась, каждый обрел другое счастье. При этом отношения Леонова и Цыганова не были официальными. Первый ребенок, дочь Полина, родилась в 2005 году. За годы совместного проживания пара стала родителями 6 раз. Во время 7-й беременности Иры Евгений заявил, что уходит. Новой любовью популярного артиста стала Юлия Снегирь. Дочь Вера родилась в 2015-м, уже после того, как отец ушел к другой женщине. Ирина тяжело приходила в себя после разрыва. Она сменила свет софитов на блеск кастрюль, застряв в декретном отпуске на долгие 10 лет. Тогда она пожертвовала своей блистательной карьерой ради благополучия и спокойствия любимого мужа и детей. Спустя год многодетная мама еще не могла сказать своим детям, что папа живет в другой семье. Евгений также избегал общения с малышами. Жить в огромной 4-комнатной квартире, оставленной мужем, Ирина не хотела. Она переехала в новое жилье. Дочь поддержали родители. Они перебрались из Сталина и всячески заботились о многочисленном семействе. Большая часть обязанностей по воспитанию внуков легла на плечи дедушки и бабушки. Ирина теперь начала усиленно работать. Леонова вернулась в Малый театр, в котором служила до рождения детей. Сослуживцы, худрук театра Юрий Соломин, актриса Ирина Муравьева и многие другие актеры оказали молодой коллеге моральное и материальное содействие. Ирина оформила материальные выплаты на детей и начала получать роли. Со временем отношения Леонова и Цыганова выровнялись. Мужчина, несмотря на отсутствие свободного времени, старался принимать активное участие в воспитательном процессе наследников. Он также платит неплохие алименты. Старшие дети часто гостят в новом доме актера, а общаются со своим сводным братом, который появился в новых отношениях с Юлией Снегирь. Казалось бы, жизнь Ирины начала налаживаться, но судьба преподнесла ей еще одно испытание. Тяжело заболела мама, а в июне этого года Ирина опубликовала печальный пост. Мамы не стало. Как складываются отношения актрисы с противоположным полом, поклонникам неизвестно. Ирина не часто делится подробностями личной жизни. Скорее всего, когда у тебя 7 детей, то бегать на свидание времени нет. Если вы помните эту замечательную актрису, ставьте лайк. Не забывайте подписываться, а также жмите на колокольчик. Удачи!